Давай поиграем, Алло, дорогие друзья, меня зовут Павел Слонов, это игра Second Air, мы выживаем, хотя нет, мы экспансируем вторую землю, сектор 2. Так, ну мы там зачитывали, что там было, поэтому, так, турелька, я забыл это... Хочу назвать ее дампой, но это, короче, какой-то то ли склад, то ли что-то по очистке, или по сторис, это вообще хранение токсичных отходов, ну посмотрим. И госпиталь, и переработчик кислорода. Поехали. Во славу Звездного Десанта, я очень люблю Звездный Десант, но тут знаешь какая фишка, что мне не хватает милитари больше. Сейчас, пока паузу нажимаю. Волна через 30 секунд, ты, ух, как это я вовремя нажал-то. Мне не хватает милитари, понимаешь? Мне очень нравится этот фильм Пола Верховена, его адаптация Звездного Десанта. Хотя она считается не клононом и бла-бла-бла, но здесь свой прикольный стиль. Но видно, что разработчик или разработчики, там она Free Life называется, контора, вроде как ее один человек разрабатывает эту игру. Он сделал, типа, знаешь, духовного наследника Starship Troopers, то есть Звездного Десанта. Жуки, колонисты, сопротивление и прочее-прочее. Но игра сделана, видишь, в таком довольно милом стиле и как-то, ну, не ассоциируется с милитари, с таким жестокостью и прочее. Ладно, хватит риторики, давай будем думать, что нам делать. 30 секунд, я пока не хочу продолжать. Нам нужно сбалансировать. Блин, ну что, кто так строит? Ну что вот это такое за три будки, блин? И вот это что, ну они типа намекают на то, что чем меньше зона с ресурсами, ну вот это, видишь, она маленькая, тем быстрее типа машинка объезжает и быстрее собирает ресурс. Сколько она тут? 63 производит. 63 это в половину меньше, чем она может вообще производить. И это херня по мне. Надо это что-то делать с этим. Я думаю, что с этим делать. Ну давай, знаешь, что сделать? Давай по красоте. А я не могу ничего строить, слушай, подожди. Давай ждем. Ждем. Open. Этот аванпост подвергается опасности со стороны нападения дикой флоры. Мы рекомендуем защитить эту позицию. Вы должны получить доступ, чтобы использовать мощное военное снаряжение. Don't make... Не подведите нас. Мы надеемся на вас, короче, талант такой. Стоп. Я паузу отжал. Так, пулеметные турели помогают защитить вашу колонию. However, они должны питаться от энергии. Хорошо. Постройте 5 турелей. 5 турелей. Но я ничего кроме этого не могу строить, поэтому, собственно, турели бахаем пока. Так, турель, она, видишь, одноклеточная. Не в плане интеллекта, а в плане расположения. Мы, конечно же, строим стену. А что по ресурсам? Подожди, она стоит 5 кора. Ага, 5 кура. Сколько? 50, да? А, отлично, 50. Сколько ты говоришь, 5 построить? А 5 этажей, 5 и 5, 25. О, как раз мне ресурсов тютелька в тютельку. Давай построим через одну, чтобы иметь... Ну, прострел самый лучший, я надеюсь. Подведите линии электропередач, пилоны. Я не знаю, как строить по красоте, потому что пилоны, интересно, они как бы идут от солнечных панелей, но в то же время и от базы идут. И вот непонятно, типа база снабжает энергией или панели снабжают энергией. Давай сделаем вот так и прям докинем наверх. Вот так. Так, я задумался. Сюрплюс пауэр... Питание снабжает ваши турели энергией. Или, типа, чтобы они отключились, нужны батареи. Ваши турели действуют, пока есть энергия в батареях. Я не понял. Продюс, постойте, 100 сюрплюс энергии. Так, go to location. Power storage. Сложно, пока сложно. Английский для меня это, хотя он на самом деле очень простой, но я торможу. А, ну, видно, намекает, что у нас, типа, ну, нужно... Ой, бля, криво поставил, вот это криво руки. Что нужно больше энергии, это понятно, но я не понял, насчет они что, накапливаются, или, типа, они тратят их во время стрельбы, наверное. А что, 95? А, нужно больше сотки энергии, ну, давай больше сотки.
Накопите... А это что, сюрплюс? Solar панель. Накопить... Ну, сюрплюс — это солнечная энергия. Капаситорс. Ну, это аккумулятор, да? Типа турели... Турели работают от аккумуляторов. Накапливают энергию в батарее. Вопрос, мне надо... А, ну они, их надо построить возле этого, окей, пам-пам, возле панели, собственно. Так, защитить колонию. This mission you are ready. Ну, выполните миссию, окей, окей, наверное, да. Так, ну пока с одной стороны нападают, я думаю, что нападут из других. У меня не добывается руда, в принципе. Это плохо. Давай начнем бахать руду. А, бахать, а у нас нет, не открыта добыча руды. У нас вообще ничего не открыто, только оборонительные сооружения. Ну давай обороняться. Я хочу все это перестроить, я не знаю, зачем так делают нерациональненько изначально. Мне 33 с 15, да, у нас даже людей работает больше, чем вмещается. Ну давайте, 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 4 секунды. Я могу ускорить, но уже секунда. Пошла жара. Насколько я видел, там очень физичная игра, то есть там потом будут, там этих ребят может будут отталкивать, они будут физично улетать, но это я гифку видел одну, прикольно, мне понравилось, хочу глянуть. Вот, видишь, у нас уже нападение справа, следующее будет. Так, что, турель вообще мощно пахает, нет? Слушай, говорю. Мясисто. Так, а что по энергии? Батареи забиты, энергии, это типа они заполняются визуально, ну, вот, энергия кончилась. Солнечная батарея, ну, пустынная буря, видишь, похавает, хавает энергию. Накоплено, и видишь, она тратится, сейчас у меня этот турель будет включаться. Это типа на хранилище энергии. Так, война, война, волна защищена. Отбита. Спасибо вам, колонисты, выжили. Хорошая работа. Вы... Что я придется чихать хочу в этой игре? Как будто, знаешь, мне пыль задувает в нос. Вы должны сделать все, чтобы продолжить выживать. Сила человечества. Сила человека. Ну, слава человека, короче. Стоп. Игра. Вы... Так, вы можете... Постройте и соедините три лагеря по добыче. Вот тут я не могу понять, типа, скоро нападут инопланетная жизнь. Давай это будем называть просто инопланетная жизнь. Защитите ваши рудные добычи. Короче, тебе написано, что добывайте ресурсы, чтобы защититься от нападений, короче. Это понятно. Слушай, а нельзя одной штукой добывать? Блин, нет, они так как назло стоят, видишь, так, чтобы, типа, не дотягиваться, чтобы для каждого мы делали. Так. Нет, подожди. Так, стоп. Как ее лучше поставить, я думаю? Вот так, наверное, если... Так, что, энергии, да, сейчас энергии будем разбираться. Да, я сейчас этот, я паузу отжал, сейчас это закончится шторм, потому что тут писец мяса. А когда нападение следующее, не видно, да? Так, вот, закончилось, что по энергии? Энергии все плохо, потому что я не провел питание. Ой, тут можно прямо от батареи кинуть сразу, было бы неплохо, даже, наверное, вот так, пам. Так, прокинем сзади. Оно не мешало дорогам там и ничего такому. Ты там прокидка вот сюда, прокидка вот сюда. Так, они говорят три построить, но так построить еще четыре гаража. Три лагеря надо и четыре гаража. Ну как бы зачем строить три, когда есть еще одно место. Так, делаем красиво, делаем аккуратно, делаем ровненько, чтобы машинки ездили без извилистых трасс. Такая музыка, знаешь, спокойно, блин, как она мне нравится. Такая реально, вот, игра балансирует на гранях, понимаешь, на гранях вот серьезности и на гранях такой мультяшно, не, хотел сказать анимешности, не дай бог. Это...
Не, музыка приятная, приятная. Прям Марс, ну, космос, Марс, покорение. Как бы его так завести, чтобы оно... Ну, а так... Да, больше работников. Задание получить больше работников. Вот это все, вообще, дорога как-то сделана так, так, так. И вот тут вообще ездить не должен. А еще за прокладка то, что как-то, блин, разработчик как-то так кустарненько все поставил, я не знаю. Оно выглядит, конечно, круто, смотрится. Зачем все, да? Во, а это вообще бесполезно. Пока что, пока что. Подожди, нет, это дорога, не-не-не, вот так вырубит. Все, чувак поехал. Гаражик у меня один, почему-то. Один гаражик, наверное, идет с старпорта. Старпорта, блин. Так, ну давай прокинем машинки сюда, чтобы руда поехала. С рудой построим еще панелек. У нас нет пока панелек. Недостаточно, я бы сказал. Давай здесь просто сделаем вот так. Хотя, да, и в эту сторону. Там авария, авария. Нет, нормально, все хорошо. Так, у меня людей теперь нет. Машинки-то ездят, а людей нету. Энергии нет, ничего нет, ты понимаешь? Все надо развивать с нуля. Ой, блин, так. Гараж нет, где экономика? Так, это все развивается от монеток, это хорошо. Значит, я бахаю. Так, как? Ты вот тут стоишь, и что? Что ты хочешь? Нужно сделать перед тобой трассу. Сразу все рассыпалось, но... Видишь, вот какая должна быть дорога. Вот это... Короче, ладно, снесем сейчас мы этот. Машинка уедет. Сейчас, подожди, машинка вот эта уедет. Да куда ты, блин, это? Нахрен, нахрен. Я что, дом? Я не знаю, да так быстро снес. Блин, если сейчас игра заруинится, будет очень обидно. Будет очень обидно. Это все, вот это все. Блин, не хочу пока... 20 и 43. Блин, оно будет сейчас добываться или нет? Блин, я походу уже все заруинил. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Я думаю, думаю. В принципе, нормально, да? Давай вот так. Тебе не хватает ни пилонов, ничего, все, ничего нету, да. Так. Зачем так много, когда можно прокинуть? Раз... Два, три. Зачем делать 6 проводов? Непонятно. Так, теперь дороги. Дороги. Еще дороги. А и вот здесь дорога. Так. Пак. Машинка без еды, да, едет? Так, а, ну у меня еда есть. То есть, смотри, сейчас в теории... А, еда собирается. Да хорошо. Главное, что еда собирается. И все, развитие не стопорнется. Машинка сейчас пустая проедет прямо. Прямо соберет 60 еды. Это очень хорошо. Это прям очень она фулл загрузка. Все, у нас есть сейчас... Насчет нападения, если нас не нападут нигде. Нет, все нормально. Все хорошо. Так, ресурсы пошли. По солнечной батарее можно еще бахнуть. А что, куда, подожди, куда ресурсы потратились? Что-то я не помню, их привез. И они куда-то улетели, что ли, или что? 40 минут, ну ладно. Давай, машинка, я в тебя верю. Можно, конечно, еще бахнуть. Так, а где гараж. Бах. Сделаем много машинок, потому что я думаю сейчас как минимум еще один сад сделать. Гринхаус. Так, стопэ. Защитите стратегическую позицию. Инопланетная форма жизни попытаются проскочить к вашей базе в, этот в этом открытом районе. Защитите эту позицию. Тут как раз еще и ресурсы, блин. Так, ну давай защищаться. О чем? А, у нас... Ресурсов-то нету, подожди. Круто, нам... Ресурсов-то нету.
Кстати, у меня отняли тут аванпосты почему-то, или их надо прокачивать? Да не, аванпосты отняли, типа, мы в этой, на этой карте сражаемся только турелями. Окей, давай гринхаус. Сразу к нему сделаем прокладку, к ней, в принципе, только дорога нужна. Потому что дорога уже есть, вон, видишь, она. Электричества нет, окей, окей, прокладку тока, как тут я прокладывался. Так. Это временная прокладка, потому что если я буду увеличивать грин... Нет денег. Если я буду увеличивать гринхаус, то, блин... А, вот можно. Да, блин, давай, 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 давай. То... А, дорога, пойди, что с дорогой? То придется сносить эти пилоны. С машинками нормально. Для двух ферм, потом может еще трех, будет нормально. Сюда еще можно третью впихнуть спокойно. Хорошая добыча. Так, что у нас? Энергия, энергия. Это производство энергии. У нас ну, плюс 40. А почему она красная? Не могу понять. Типа, ну... Ну, типа, критически мало. У нас руда начала добываться, как ты видишь, довольно бодро. Я учу машинки, и вот это почему фул едет. А, так, ну из-за шторма у нас энергия уходит в минус производства. Это плохо, конечно. А у нас вот, видишь, не запитывается этот. Давай, 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 построим тогда парочку еще панелей. Для них у нас как раз хватит. 70. Ну, типа, желтая, типа, говорит, нормально. Ну, раз нормально, так... О, то, так, 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 я вижу, тут эти аккуратные ребята идут. Давай что-то... Я не знаю, я не хочу боком строить. Игра, видишь, она квадратная, то есть боком будет немного криво смотреться. Это будет... Ну, это не стена, это, блин, шутка какая-то. Надо сделать прямую защиту. А я вот думаю, как это сделать, потому что тут реально локация-то не прямая. Можешь сделать углом вот так, а? Довольно большой охват будет. Но и эффективность-то повыше, ты понимаешь, да? Да, пробуем вот так. А, у меня... А куда руда девается? У меня руды-то нету, алло. Руда. У вас вон полная загрузка. Вот пришло. Блин, интересно, я успею за эту руду проложить и защиту, и... Полтинник. Давайте где-нибудь посередине поставим пока. Где-нибудь вот так. 35. Я вижу, полтинник. Зашибись, мне денег на это не хватает. А ей только питание, да, надо проложить. Давай пока пилон протянем сюда. Тоже, не знаю, протянем от чего, от базы или... Ну, от базы протянем, типа, чтобы покрасивше было, понял, покрасивше. Тянем, тем более тут сейчас реду буду добывать. Вот так, чтобы питание было... По всей стеночке. Ну, давай, полтишок. Пришел полтишок. Мы сразу ставим, давай как-нибудь так. Раз, два, три, четыре. Вот так поставим пока. Для начала. Блин, как ты вовремя. У меня подряд... Почему бесточно? У меня энергия этот... Блин, где? Чем бесточно? У меня в аккумуляторах-то запасник есть 6000. Я еще там бахнул этих панелей. Ну, почему не стреляет? Алло! Энергия в батареях. А, батарея бесточна в натуре? А как, если у меня запас энергии-то есть? Алло! Как это работает? Что за херня? Эти спокойно прошли. Давай, буря, заканчивайся. У нас тут прорыв в обороне. Ой, турель, как ты очень быстро поворачиваешься. А, ты дострелит? Нет, конечно же. Конечно же нет. Конечно же не дострельнет. Денег нет. Блин, 5 не хватает. 5 руды. Минус. О, белон чинится, кстати. Ну где ресурсы? Ну что так долго ездить? Блин, куда ресурсы? Мне кажется, что этот шаттл забирает ресурсы. О, смотри. О, слушай. Вот. Ресурс. О, охрана выбежала. Вовремя, конечно. Когда тут пилон ломали. Когда тут пилон ломали, вы что-то не дергались особо.
Это самый эпичный и лайковый прорыв у них, лакерный, то есть удачливый, блин, как я и на английскими словами-то оперирую, бессмысленно и беспощадно. Я не знаю, куда уходит руда, но вот сейчас я всю эту руду, блядь, сливаю на полностью, блин, я не знаю, плюс 187, если у меня песчаная буря это схавает, я не знаю. 53! Да что за бури здесь адские, алло? Что за адские бури, которые вырубают просто к ебене... И что значит один? А, это... Смотри, я единицу нарисовал на карте и не понял, что за один. Просто какие-то адские бури, блин. Ломающие жизнь, смыслы и прочее. 74 колониста из 53. Я задумался. Подожди. А эта штука... Не, у нее нормально, да, типа? Подожди, хотя сколько у нее... Три влево, три вправо. Не, вот это нормальная штука стоит. Давай еще построим вот так. Тем более, все равно это налогов, а у нас вроде налоги нормально идут. И сюда же проложим вам... Да что там не так? Что ты хочешь? Вот так. Все нормально. Все. Питание, окей. Что-то с питанием вообще как-то какая-то дичь творится. Так, вот так. Так. Вот так. Интересно, одна машинка может с двух собирать? Я не знаю, может... Я смысл. О, одна машинка поехала собирать с другого района. А тут, в принципе, никого нет, поэтому логично. Что она тут будет собирать? Нифига ты точная, блин, турелька. Ладно, автореген — это хорошо. И чё по руде? Машинки не справляются. Что, еще машинок, что ли? Ну, давай еще машинок. Еще машинки. Денег нет, ну окей. Надеюсь, мне еду доставят наконец-то. Спасибо. Спасибо. Я могу еще гринхаус забацать. Давайте. Почему бы и нет? Фиг, питание все провалилось к чертовой матери. Ну, подожди. Ладно, давай проложим по низу. Хорошо. Так, теперь сюда. Деньги кончились, потрясающе. И опять минус 63. Зачем нужны батареи, если, блин, они... Not enough power supply. Не поддерживаются сетью. Почему, блин, почему не поддерживаются сетью? Давай я сейчас подрублю к центральной базе батарею. Вот, я подрубил еще к центральной базе две батареи. И все тут соединено, просто 1000 проводов. Так, деньги есть, хорошо. Блин, ну давай, что там с деньгами, алло. Машинка, подождите. Почему они вдвоем ездят, блин, алло. Может, надо просто этот, я же забыл, я в какую сторону там развернул. Надо... А, ну понятно, потому что я... трассу повернул не так, надо так, вот так сделать, чтобы машины ездили по своим кругам, так это она получается по большому кругу ездит и все, вот так нормально должна ездить там вообще. Так, что у меня опять здесь проскоки, алло. Блин, я... Давай, все окей. Хочешь построить защиту? Давай. Строить в притирочку к нему нельзя. Это хорошо. Так, подожди, где мне тут построить? Давай вот так, да? Не, лучше вот так, лучше по притирше. В притирочку к нему нельзя ставить. Да, особо и не хотелось, знаешь, так. Так, ага, отсчитываем через одну. Вот здесь будет угол. Турель. И ему надо дать... Питание. Блин, а здесь я бы шахту поставил на самом деле. Блин, ладно, пока шахты нет, пока сделаем вот так. Давай, турелька, сразу пух-пах, никто не проскочит. А что такое? Я знаю, что она очень хочет, чтобы я быстрее закончил, но у меня, вот, видишь, машинки стоят, все стоит, потому что производство... Нет, туда не надо ехать, вот сюда надо ехать. Все, машинки налоги собирают. Прям шикарно собирают, ресурсы тоже собирают. Опять нет энергии. Я не понимаю, почему обесточивается. Почему минус 66? Ничего не работает. Почему? Непонятно. Ладно, так, давай достраиваем оборону.
Так, так, так. Проводим линию. Так. Достраиваем защиту. Ну, как-нибудь так. Что ты хочешь? Я же... А, и что, мне надо прямо вот здесь построить защиту? Я не хочу там строить защиту. Блин, ну что, что? Типа узкие коридоры легче обороняются. Я красивее сделал. Куда вы идете? Не идите сюда. Ладно, давай и сделаем, как он хочет. Типа у нас будет двойная оборона. Я не думаю, конечно, тут так много ребят пойдут, чтобы мы там прям так это переживали. Вот, прям как он хочет. Я бахнул и итог еще, да, сюда надо провести. Давай мы проведем розетку. Защитите эту позицию. Ну, защитил я ее, что ты хочешь. Защити теперь эту позицию. У меня больше защиты никакой нету. А как мне это защитить-то? Наискосок ты хочешь, чтобы я построил? Ну, это же будет галим, а? Вот что это за защита? Что это за защита? Они даже не соединены, блин, никак. Ну давай, хорошо, давай, вот, типа защита. Деньги, блин, руда кончилась. Ну давай, где там еще руда? Ну, экономика более-менее работает, это хорошо. Не знаю, они стреляют как будто сквозь них, но попадают. То есть стрельба просто во все стороны, и как они друг друга не попадают, я не понимаю. Построил, что ты еще хочешь? Защиту, да, ты хочешь? Ну давай, бах, 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 бах. У меня столько уже башен, что мне кажется, у меня просто энергии на все не хватит никак. Блин, мне казалось, вот этот, вот этим углом, если бы я защитил, было бы намного эффективнее. Ну, я, правда, в геометрии не очень силен, но мне кажется, что это бы заработало. Я защитил. Я все защитил. Все защитил, как ты просил. А, подожди, ну смотри. Вот именно вот эту защити позицию. Все, я защитил. Так, нападение. Рой, дикий флори нападает на вашу колонию. Приготовьте их к защите. Сила в человечестве. Сила человечества. Так, защитите стратегические позиции. Окей, 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 я не против. Деньги, дайте мне денег. Я бы защитил еще больше. Машинки. Надеюсь, что столько машинок будут собирать все. Так, ну через минуту прям нападут так, что я аж охерею, как по свидетельствам очевидцев. Я бы вообще на... Чё ты хочешь? Колония далеко... На долгом пути, приготовьтесь. Так. Очень важна в долгосрочной перспективе для развития корпоративных... Для корпорации цели, ее цели. Мы... Надеемся на вас во всем. Полагаемся на развитие ваших колониальных технологий. Вы можете рассчитывать на большее, если добьетесь успеха. Сила в человечестве. Я перевел вообще абсолютно случайно, рандомно, так что как смог. Так, есть инфа, что энергии может не хватить опять. Не знаю почему и как это работает, но давай еще прокладываем. Надо очень много панелей, чтобы... У нас, кстати, не так много-то стволов, а жрет энергию, будет здоров. А почему здесь такое соединение по земле, что ли? А, типа под землей, типа, питается. Окей, окей. Я бы, на самом деле, проложил бы еще стену. Что вот это, мне кажется, очень ненадежная фигня. Где стены? Пока есть ресурсы. Вот так. Чтобы это хотя бы было похоже на боковую стену, а не на херню. Поставил бы, конечно, еще турели. Пусть это будет подстраховочная защита. Если вдруг прорвут, то будет у нас еще одна линия обороны. Конечно, можно еще к ресурсам было прокинуть, но я не успеваю. Просто еще и ресурсы. Подожди.
Вообще считал, что это он, он соединен, блин, не с тем, чем мне надо. Так, музыка пошла, жопа пошла вместе с музыкой. Блин, мясисто. Мясисто. Блин, ну мне не хватит, кажется. А пауза не работает, слушай. Пауза не работает в активном режиме, блин. То есть во время падения. Ладно, ладно, ладно. Так, ну я достроил турели и целая линия турелей. Турель вообще не работает почему-то. Не, ну они стреляют эффективно достаточно. Прям очень хорошо. И пафосная музыка. А, волна 2 отбита. Я думал, как бы это конец. А он мне хочет сказать, что тут еще жопа близко. Я надеюсь, что больше ниоткуда они не пойдут, там, типа, снизу, вот отсюда, из этих щелей не повалят. Так, смотрим по ресурсам, пока у нас есть пауза. Давай прокинем еще руду чуть-чуть себе. Можно вообще повернуть вот так, наверное, и вот так. Не совсем только понимаю, как... Как просто, если я просто... Это очень длинный путь будет. Машинки пустые ходят. Ну давай, ладно, сделаем длинный путь. Как-то. Я знаю, что некрасиво, но пока так. Сделаем. А здесь сделаем, кстати, поворот. Если машинки груженные, они будут сразу доставлять на базу, если. Опачки, подожди, подожди, пошли новые, новые задания. Пошли, подожди. Постройте собиратель кислорода. Продюсирует смерть. Интересно. Очищает воздух. Помогает в здании жить большее количество людей. Постройте госпиталь. Тоже производит, генерирует кредиты. А это типа надо строить рядом с вот этими домиками, что ли? Давай. 450 и дорого стоит. 450 так-то. А кислород? Кислород тоже это делает или что? Блин, ну раз такая херня, можно вообще, наверное, строить внутри теперь этих... Где там большой госпиталь? Он трехклеточный. Можно вообще сюда бахнуть. Тогда будет мало... Денег будет меньше собираться. Давай поставим как-то, как-нибудь его, не знаю, так бочком куда-нибудь. Вот сюда. Ему нужна тоже энергия. Давай прикинем энергию вот так. Ну как-нибудь вот так. И дорогу подведем. Так, что ты хочешь построить вас дам, чтобы хранить эти отходы? Отходы... Отходы сами... А, подожди. Отходы не вывозятся. Вас дам. Я не могу, а что за зона вокруг них? Это зона хорошая или плохая? Ну, вроде хорошая, она зеленая, да? Отходы. Ну, давай эти отходы где-нибудь вот здесь складывать. Машинки все по кругу, да, бампают? Давай пока поставим. Я не знаю, как это будет работать. У меня есть мысль, конечно, как это сделать. А что, подожди. А, мне монет не хватает. Ну ладно, давай. Давай еще монеты. Пока живет так же. 4 из 4 в 4-клеточной и 6 в 6-клеточной. Что по деньгам? Деньги плюс 500. Чудесно. Ну давай, я ставлю сюда. Ага, это поле... Не, подожди, оно, это реально свалка, она фактически собирает ресурсы. Значит, ему нужно, его нужно куда-нибудь за карту поставить. Ну, не за карту, куда-нибудь на отшибе. Сейчас, подожди, на отшибе. Куда его поставить? Давай где-нибудь вот здесь. Я не знаю, так вот, надо только протянуть. Ему тоже надо, чтобы был проход. Так, ну, где-нибудь вот здесь, да? На отшибе, чтобы не мешался. И дорогу к нему надо проложить. Прокладываем дорогу. А я могу пойти к нему, ему тоже надо, чтобы эта штука забиралась. То есть надо как-то вот так сделать. И, допустим, проложить вот сюда. Опять деньги кончились. Так, давай вот так.
Для этого тоже нужна машинка, правильно? Подожди, вот эта штука, что она делает? Она производит кредиты, производит отходы, и отходы надо забирать, потому что, скорее всего, они людей убивают или что-то с этим делают. Энергия. Этой штуке энергия, кстати, не нужна. Или к ней есть энергия. Посмотри, у них забор объединился. То есть свалка с этим. Свалка с рудной шитой. С рудным лагерем объединилась. Забавно, забавно. Так. Ну давай, машинки для того, чтобы забирать мусор же. Мусор же. Опять денег, давай деньги. Куда-то... Не, руда не тратит. Так, а подожди, а отсюда руда добывается, нет? Давай строй, что тебе надо, блин. Куда ты поехал? А, подожди, а машина... Ну подожди, машина может по большому кругу поехать и... У меня, знаешь, какая мысль появилась? Может зациклить дорогу? Подожди, может тут это, что это убрать? Вот это и вот это. И сделать... Ну, я не знаю, зачем... Как бы потом-то это не будет работать, но сейчас, мне кажется, так надо сделать. И вот так дать машину. И чтобы машина... Что это такое? Нет работников. Так, на, я вот тут могу снести. Все, люди появились. А, так, ну вот. И он вроде как должен проезжать, забирать в госпитале, который... И, который этот радиус, это он... Что, это же он которых лечит, правильно? Или да, он, скорее всего, дает бонус. Он бустует этот сбор денег, скорее всего. Скорее всего. Че, он собирает мусор, правильно? Да, он забрал отходы. Повез их на свалку. Это мясо, все нормально, мясо хорошо. Так, ты хочешь, чтобы я еще построил этот резервуар с кислородом? Ну, добыч. Я не понимаю, как он добывает? Он тоже, ему тоже надо впритык людям строить? Ну, я не знаю, сколько я впритык строю, но... Ну, конечно... Ладно, давай так. Тоже энергия, давай энергию. Блин, как тебя прокинуть? Давай пока так. О, люди. О, слушай, вторые этажи появились. И опять куча квестов прилетела. И чё, теперь что ли? Теперь... Так, подожди. Теперь в четырёхклеточном живут 6 человек. А, ну ты понял, короче, это как в этом, как она, Циром, короче, игра от создателей Стронгхолда, по-моему, да, или, блин, забыл, как она называется, Civ City Room, по-моему, так называется, Room называется. Там тоже, короче, можно было апгрейдить обычные здания. Постройте, у вас дам ту стор, постройте, у вас дам, ну вот, у вас дам-то, а, построен. Давай я его снесу, построю заново, чтобы он его засчитал. А, не, подожди. Он, типа, еще построить надо. Давай еще построим. Хорошо, хоть к ним этот питание не надо подводить. Тут вообще, думаю... Нет, слишком много места схавать. Давай все-таки вот так, вот так, вот так. Так место меньше тратится. Вот это, конечно, я закольцевал от души. Скорее всего, сделаем вот так. И здесь сделаем вот так, вот так. Так, вот там нормально, нормально. Так я построил, да. Типа собирается, все нормально. Ну, типа нужно каждому дому провести и госпиталь, и эту штуку, чтобы... Вообще в идеале... В идеале вообще ее надо бахнуть внутри. Так, слушай, игра усложнилась, мне это нравится. Это значит что? Я начал думать, смотри, короче, вот эту штуку надо бахнуть вот сюда. Ну, как бы она сейчас хорошо стоит, ладно, она сейчас хорошо стоит. А вот оксиген, он, у него маленький радиус, поэтому его надо, короче, бахнуть желательно, блин, внутри. Прям в дом какой-нибудь запилить. А лучше, наверное, ну, смысла, подожди, ну да, сюда его запилить. Тогда он улучшит почти все. Но оттуда не будет забираться отходы, понимаешь? Надо отходы возить на склад. На склад отходов. Сейчас это хорошо, у меня отдельно здесь ездит машинка и все делает. Ну, давай бахну внутрь. Нет энергии, чудесно. Теперь бахну энергию, да, проложи ее. Вот, видишь, домики сразу расширились, чудесно. Ну, не сильно, но расширились.
эту штуку можно снести. Но здесь производятся отходы. Значит, мне надо соединять вот это и вот это. И вот это снести. И типа это должна быть общая дорога. Надо больше машин, чтобы какие-то машины... Я не знаю, как они будут вообще это... Можно как-то им сказать, чтобы они... Ну вот, чтобы они... Вот. Вот. Правильно? Что, что ты хочешь? Атака, все. А, подожди, отходы будут складироваться. А что с ними делать-то? Они же как бы заполнят и все. Рой дикой флоры на и фауны на подходе, на замечен на пути к вам. Приготовьтесь к защите. Это финальная волна, сила человека, сила человечества. Так, ну вот это ездит. Сейчас поджидаем машинку до баха последнюю. Пусть вот эти машинки будут заниматься. Почему некоторые дома апгрейдятся, а некоторые нет? Может там типа оно должно. Радиус, ну, неплохой, слушай, хотя, в принципе, нет, смотри, все, что надо, вообще 9 человек живет нормально. Так, опять там что-то нападают эти хрыщи на меня. Ой, мне дали гаррисонов, как вовремя, блин, когда... Как вовремя гаррисонов-то дали? Типа, когда уже и не надо. Тут можно, в принципе, вот так, да, сейчас попробуем гаррисон. Как бы да, слушай, вот так через одно убираешь... Ставишь гаррисонов и там появляются люди. Тут я не знаю, как сделать. Тут надо как-то хитро. Подожди, ну ладно, давай снесем это все. Давай выберем. Так. Тут вообще можно две турели, наверное, сделать. Именно в каждой вот этой. Так. У меня нет людей, да, для этого. Нет людей на турели. Я думал, турели автоматически. Он хочет, чтобы я бахнул еще людей. И у меня нет на это времени особо. Минута. Бам. Я не знаю, каким образом вы будете сюда еду доставлять и как быстро, но надо. Надо как можно быстрее сюда доставлять. Так, все. Где еда? Еду срочно на базу. Машинок, походу, надо очень много машинок теперь, чтобы это все... Я отдельно автопарк для этого собрать. Просто все машинки-то сейчас поворачивают, потому что дороги не были предусмотрены планом, генпланом, строительством всей этой херени. Так. Я не знаю, кто эффективнее, люди или Гаррис, люди или турели, но будем чередовать. Не хватает энергии. Чудесно. Где энергия? Где энергия? Где энергия? Энергия, 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 энергия. Еще энергии, блять, могу. Взять. У меня вся база в этих панелях и толку никакого. Все равно пишет, что дебил, не хватает питания, еды. Что? Волна пошла, пауза закончилась. Еда, что еды-то не хватает? Все нормально, не кипиши. Так, здесь не хватает оксигена. Оксигена, гена, гена. Гена, вот, оксигена. Гена, значит, надо его бахнуть где-то в угол. Оксигена, вот так. Ё-моё, тут волна. Па-па-па-па-пам. Так, турели не справляются, паузы у меня нет. Мы достраиваем очень своевременно турели. Турели могут оттуда стрелять? Да, могут. Бам, 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 бам. Здесь вообще ХЗ справится, не справится. Давай сделаем по две. Это почему-то не запитывается. Что-то не запитывает. А, у меня кончилась энергия. У меня энергия кончилась. Как так-то? Почему? У меня плюс идет. Что за херня? Алло, 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 алло. Не справляются. Едят, едят, едят. Хьюстон, нас едят, 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 едят. Прорыв, 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 прорыв. Ты слышишь, трясется все, к ебени фени улетаем. Я даю, даю, даю энергию, много энергии. Прорыв, мать вашу, прорыв. Турели прям тут пух-пах. Давай, 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 Гаррисон. Да стройся ты, блин. Не, ну они не сидят меня, как бы, но... Но было близко. Я не думал, что... О, слушай, они наполовину орбитальный этот старпорт схавали. Ничего себе крысы.
Слушай, я думал, все под контролем от Вилла, они как, блин, количество. Но мы ничего не потеряли, странно, потому что у нас тут... Мы почти ничего не потеряли. Энергии вообще не хватает, нам по-любому нужны другие источники. О, смотри, там уже отходы разноцветные поехали. А что делать потом? Отходы-то перерабатывать надо или увозить, или... Как бы, да... Как бы свалка заполнится, и все, и что дальше делать? Так, ладно. Слава человечеству, мы справились. Это было эффектно. Наверное. Так, что у нас? Дорога... Светлое будущее. Добытая руды 5000, третьего нисколько. Музон, слышишь, как нам клубешник включили, мы типа выиграли. Йоу-йоу. Кредитов добыто 6000, ресурсов потеряно, ну, потрачено на 3000. 240 работников и workforce lost. Что-то потеряно здание социального. Вот так. Рейтинг офигенный. Так, назовите ваш... Что? The Beersburg New Great Bezos Pfizerland. Блин, я не знаю. Давай это будет... Да. Но New... У меня есть идея, но мне просто города пока не нравятся, чтобы я их назвал как так. Так, Columbus Corporation бонус. Бонус от корпорации. Labor... Не знаю, что это такое. Ваш выбор... Так, Mark Twain. Зашибись. Я за Марка Твена скажу, ваш выбор определяет, кто вы есть. Ладно, я просто не могу это перевести, блин, так резко. Так, мне дали новые здания. New Great Bezos. Bezos, ты понял? Bezos. Мне сказали, что это была прекрасная защита. Это правда? Поздравляем с защитой вашей колонии, директор. Вы такой инициативный, и я вижу, что вы можете управлять всем. Я расположен дать вам больше полномочий. Мы можем отправить вас на миссию в несколько мест, которые, короче, разрабатывает корпорация. Ладно, короче, я условно перевел. У нас теперь два сектора. Ну, как видишь, тут немного миссий, я вообще не знаю, до скольки, может, типа, это последние уже миссии или... Эй, нет, да, просто глянем, что здесь есть. Здесь у нас тритиумная шахта, добывающая тритиум. Не знаю пока, зачем тритиум нужен, но, судя по всему, это третий ресурс. Тритиумный реактор. А, ну вот, он как раз, тритиум работает в энергию, то есть, чтобы с солнечными панелями, чтобы... У тебя вот это, знаешь, когда буря задувает, чтобы у тебя не падала энергия. И турель мортира. Неплохо, неплохо. Модерейт, ну, типа, отслеживается жизнь, средняя руда, средний тритиум. Три волны. Окей, а что у нас в секторе N9? А, подожди, что это тритиум? А, типа, добыча тритиума, а здесь у нас орбитальная поддержка. Кстати, Феникс Райсинг. Тут этот тритиумное будущее миссия называется. Здесь операция. Там операция. Здесь тоже операция Рассвет Феникса. Замечены сигнатуры чужих инопланетян. Блин, я так не знаю, как их называют. World Life звучит дословно дикая жизнь, блять. Как ее адаптировать красиво, я не знаю. Дикая жизнь, кажется, так и будет. Ресурсов нет вообще. Зато здесь есть забросить руду 200 с орбиты. Рециклер собрать. А, дроны, собирающие руду. А, ну ты видел, да, когда там, короче, нам эти насекомые сожрали эти пилоны, там же остаются ящики с ресурсами, типа деньги лежали. Эти дроны, походу, их собирают. Быстрая доставка батарей. Charge nearby. Но это дрон, который быстро заряжает, который тоже стоит энергии. Интересно, интересно, интересно. Ладно, ну мы неплохо повоевали, смотрите, что мы почти проиграли, это было неплохо. Ссылка на плейлист «Поиграем», где все эти выпуски по этой игре ты найдешь и другие интересные серии внизу по ссылочке в описании. Подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, подписывайся на группу ВКонтакте, пиши там, понравилось или нет, пиши... Под видео понравилось или нет, пиши, какие еще другие игры ты хочешь посмотреть, может быть, мы глянем, подписывайся на Twitter, заскакивай на сайт GamesArt, играй, люби, наслаждайся играми, всего тебе хорошего, пока!